Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня 15 октября 2022 года. Видеоролик снимаю Беларусь, Брестская область, Пинский район. В этом видеоролике я хотел бы поговорить с вами на такую тему, как когда обрезать виноград. Точнее, как понять, когда пора уже обрезать наш виноград. Я скажу вам свое мнение, не буду навязывать, просто поделюсь, как я ориентируюсь, когда начинать обрезать свой виноградник. Ну, во-первых, я дожидаюсь естественного листопада листвы, когда опадет лист сам по себе, когда он уже окажется на земле, а не на лозе, либо когда пройдут морозы и лист винограда померзнет. Бывает такое, что мы не дожидаемся листопада естественного, и лист мерзнет, и я все равно дожидаюсь, когда он осыпется сам по себе. Я не срываю его, а жду, пока он осыпется. И тогда я уже начинаю потихоньку обрезать свой виноградник и улаживать его к укрытию, можно сказать, готовить его к укрытию. Я свой виноград никогда не спешу обрезать, даже когда он уже побывал под морозами, и вся листва побитая, я даю еще недельки три, чтобы он постоял так, просто с побитой листвой. Все равно какое-то минимальное вызревание лозы продолжается, даже без листвы. Не скажу, что лоза у вас много вызреет, но какое-то минимальное вызревание все равно идет, даже с побитым листом. С побегов еще в корни уходят все питательные вещества, поэтому если вы обрежете, поспешите и сразу обрежете, вот заморозок прошел, и вы сразу же обрежете виноград, то вы много питательного вещества просто лишите куста, выбросите всю лозу, с которой вещества должны были попасть в корни, в старую древесину. Поэтому я рекомендую подождать немного, недельки 2-3 подождать, чтобы все то питание, которое находится в однолетней лозе, оно ушло вниз корням и в многолетнюю лозу, прошу прощения. И тогда ваш виноградник очень хорошо перезимует и даст вам хороший урожай на следующий год. Поэтому смотрите, решайте каждый. Каждый сам решает и выбирает, когда обрезать ему виноградник. Это как бы каждому свое, как говорится. Я не заставляю вас делать так же, просто делюсь своим опытом, мнением, потому что некоторые просили записать видеоролик на эту тему. Поэтому все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.